Павлодаре состоялась презентация отечественного боевика «Ага». Необычная для казахстанского кинематографа лента снята в Павлодаре. Большая часть актеров и съемочной группы также выходцы из Прииртышья. И именно поэтому право ознакомиться с картиной одними из первых предоставили павлодарцам. На премьере боевика побывала наша съемочная группа. Отечественную картину «Ага» по праву можно считать уникальной. Боевик о политических интригах, чести и достоинстве простых людей. О героизме снимали на территории Павлодара и Байнаульской области. Основной съемочный процесс проходил летом 2019 года. До кинотеатров лента добралась только сейчас. Как режиссер, я скажу, этот жанр, конечно, у нас ниша это свободная, именно в экшен-боевиках, в стилях, и это очень, ну как бы, трудоемкое такое дело, как бы проект очень емкий по труду, именно по спецэффектам, по сценическому мастерству боя, постановки и так далее. Главную роль в картине «Ага» исполнил казахстанский актер Мурат Бисенбин. Артист известен зрителю не только высоким уровнем сценического мастерства, но и выдающимися физическими данными, что позволило ему выполнить большую часть трюков без привлечения каскадеров. Актер высоко оценил работу павлодарской съемочной команды и всех, кто оказывал поддержку в создании картины. Они активно участвовали, наверное, из-за того, что, согласитесь, что здесь это не избалованный. Здесь не часто снимают кино, тем более художественное, тем более такого жанра. Поэтому я понимаю и подтверждаю слова Фархата. Помощь была колоссальная от местных жителей. И принимали участие и в съемках, и в каких-то организационных моментах, за что большая благодарность. Презентация состоялась в Павлодарском кинотеатре имени Шакена Айманова. Перед показом съемочная группа почтила память первого кинорежиссера Казахстана, выразив благодарность творцу за наследие. Александр Логин, Мөлдір Курумбай, Досымбек Токай, Иртыс Акпарат.